Зажглась главная елка области. На площади Независимости собрались сотни горожан, чтобы понаблюдать за предновогодним шоу. Что особенного было на церемонии зажжения елки в этом году, знает Ирина Вабищевич. По традиции в Караганде прошла церемония зажжения новогодней елки. 25-метровую красавицу установили на площади Независимости. Особенность ее в том, что она является главной не только для Караганды, но и для всей области. Добрый вечер, дорогие карагандинцы и гости города! Мы рады приветствовать вас всех на главной площади города Караганды! Перед тем, как прошло долгожданное зажжение елки, у площади Независимости прошел парад шествия 200 Дедов Морозов и 200 Снегурочек. Праздничную процессию возглавили сказочные персонажи во главе с козой, символом наступающего 2015 года. Перед зажжением елки к собравшимся обратился аким Карагандинской области, который отметил, что это событие происходит, когда мы отмечаем День независимости Республики Казахстан. Новый год – это тот праздник, который с детства все ждут и терпением. Это, наверное, самый любимый праздник и детворы, и взрослых. Именно в эти дни, именно с этим праздником связаны все лучшие пожелания, мечты, ожидания чуда. Ожидание что-то нового, обновления, новой радости, новых успехов. Нурмухамбет Абдибеков поблагодарил собравшихся за плодотворную работу, за весомый вклад в развитие региона и отметил, что уходящий год был успешным для области. Вместе со всей страной карагандинцы решали новые ответственные задачи, поставленные главой государства. Как итог, год завершается с хорошими показателями в основных отраслях экономики. И вот наступила пора зажечь елку и в полной мере ощутить приближение нового года. Раз, два, три! Елочка, гори! Поздравляем всех карагандинцев с Новым годом! Желаем счастья, успехов в наступающем Новом году! Всем счастья! Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год, зажигает нашу елку и заводит хоровод. Всех с новым счастьем, с Новым годом! Отличное зажжение елки, прекрасная елка, замечательное праздничное настроение. Спасибо всей администрации нашего города за такой чудный праздник. Ирина Вабищевич, Жанайдар Рахимжанов, Равиль Валиев, 5 канал.